Всем здорова, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юрчик, ребята. Сегодня со мной играет Донни, и это шоу «Эксперименты» в GTA 5 онлайн. Кукусяндр, дорогие мои! Итак, ребятушки, сегодня ваша любимая рубрика. Итак, ребята, вкратце расскажу быстренько про правила. Сейчас мы на первый раунд спавним по одной случайной машине. Используем мы абсолютно все тачки, которые есть на проекте, кроме, разумеется, байков и самолетов. Ну и наша задача пробраться через вот эту водную глань, в общем-то, до самого конца. Машина, которая доезжает до сюда, приносит своему обладателю сразу 2 балла. В общем-то, по трассе уже смотрим, кто уедет дальше. Разумеется, тот получает 1 балл, проигравший ничего. А также тот, кто победит сейчас в жеребьевке, на следующий раунд сможет заспавнить 3 машины, проигравшие 2. Поэтому давай посмотрим, что из этого получится. Так, я уже внизу. Давай. И первая машина — muscle car. Ну, как бы не самый лучший вариант. Ну, у тебя мы тоже такое себе. Да? Мы используем абсолютно все, да. Итак, ребята, мы готовы. Давайте попробуем первый заезд. Посмотрим, что из этого всего получится. На самом деле, я не доверяю muscle car вот совсем. И, кстати, смотри, так сдалека едешь, так все чистенько, типа, ага, из раси не успели приехать. А забыл сказать правила, мы, ребята, должны постоянно тормозить. Мы можем рулить рулю лево-право, объезжать как-то, стараться волны, но газовать в любом случае должны, дабы уехать как можно дальше. Эх, блин, ты что-то хорошо ушел. Давай, газу, 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 газу. Не газуй, команда газа нам не нужна. Ой, мама, мама, Юрец на меня газу. Все, у меня просто одна волна, и я сразу утонул, просто максимально. Да? Так, окей, ты ползешь, я смотрю. Так. Газу, также, газу, ребята, газу, 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 забыл газу. Напомнить правило, если нас непосредственно смоет с трассы, то... Вот, вот, пожалуйста, живой пример. Так, как говорится, где упал, там я остался. Ну, не знаю, попробуем. Первый раунд за тобой. 1 балл тебе, у меня пока по нулям, но, возможно, дальше будет интереснее, поэтому давайте сразу спавнить тачки. 2 для меня, 3 для Вани, так как он был дальше. Так, давай что-нибудь большое рандом, прям здоровенное. Электрокар, мне кажется, не вариант. Услышал он меня, хорошо. Надеюсь, поедет. Так. Ну, у тебя броневичок Ленина. И... Броневичок. Все остальное не очень. Так, ну ладно, давай, чихпых, 22-31. Это школьный автобус, хотя больше похоже на заключенный какой-то такой, знаешь. Ну, ты а быстрее. Как бы... Кому-то, может быть, разницы нету. Ну, может быть. Так. Ой, ты еще и стреляешь? А нифига, ты кому-то ударился в воду немножко. Я думаю, ребята, что у меня все прям отлично. Но на самом деле я не буду лезть на рожон. Ой-ой-ой-ой-ой, ты что творишь? Здорово. Слишком лютые волны такие здесь у меня. Да спокуха, спокуха. Я на всякий случай, ребята, как говорится, рисковать не буду, буду объезжать. Ты едешь тоже довольно-таки неплохо. Хоть и, короче, машинка маленькая, но, ребята, как правило, джипы и высокие машины здесь чувствуют себя, ну, более-менее хорошо. Маленькие суперкары, они тонут сразу. Если вам нравится данная рубрика, поддержите лайком, давайте наберем 3000. Не забывайте подписываться, зовите друзей, ребята, мне будет приятно. Тем более, в последнее время на Ютубе прям опять началась жесть, поэтому... Как говорится, ваша поддержка тоже важна. Так, очень ты важна. Чё, все, да. Приехал, не приехал? Нет, еще еду. Блин, ну ты должен был как бы все этот отвалиться. Но кстати, я доехал до финиша. Не читал я комментарии по поводу того, типа, если оба доезжают, то 2 балла, или тот, кто первый, тому 2, второму 1. Ну, давай пока сегодня будем считать по 2, а там уже непосредственно разберемся. Ну, слушай, на самом деле, я думал, ты утонешь, но неплохо так броневичок справился, на самом деле. Доехал. Было бы так себе. Да, он хорош, нормально. Так, ну, у нас ничья, поэтому по 3 машины предлагаю заспавнить, все очень просто. Так, раз, два, три. О, это неплохо. 2, 3. Ну, блин, хорошо. Ну тут понятно, конечно, что ты выберешь. Ну, да. Блин, у меня, что это Кашкай. Кашкай хорошо летает, но по воде, наверное, не поедет. Поэтому, как бы, давайте попробуем. Хорошо, третий раунд, здесь сейчас. Поехали, посмотрим, да. Блин, ну у тебя очень хороший запас, на самом деле, прочности. А я быстрее, нихера себе. Ты быстрее, да. Но я и ниже, поэтому радоваться нечему. Ой, что такие волны-то большие. Волны что-то, да. Меня тоже не радует. А чё я сразу же уплыл-то? Ты уплыл? Всё, меня просто... Меня под само... Нет, меня под самого начала, да, здесь такая волна была. Она шла сейчас вместе со мной, я просто плыл в ней, и она меня убила. На, жиза. Не, бывает, начало. Бывает такое, бывает, да. То есть ребята подтвердят, то есть... Нет, раз на раз не приходится. Винника. Слушай, Кашкай пока борется, но прям... все. Кашкай сдох, ребята. Помянем.
Ну что ж, ребята, впереди очередной раунд. Три машины у меня, две для Вани. И на самом деле, Кашка ехал уверенно. Я думал, что может доберусь до конца. И господи, вот навалило-то. Да, скажи, это мне тоже. Да, ну бери этот кабриолет, прям идеально. Будешь как в корыте ехать по волнам просто. Вместе со мной, да. А я вот мыло взял. Ладно, попробуем, ребята. На самом деле это что-то такое себе. Напомню, что мы не используем ни нитро, ничего. То есть проверяем именно ездовые характеристики. Нихера себе волна. И что тут делать? Во-во. Вообще жесть. О-ля-ля. О-ля-ля. Погадайте на короле. Прям жесть. Тру-ля-ля, тру-ля-ля. Но я все. Что с волнами? Да вообще у меня волны тоже. Да, я приехал. Прям нереально. То есть сразу приехал и сразу просто смыло. Так, смотрим за Ваней. Что-то я смотрю, тебе тоже прям тяжко. Но в любом случае, как бы ты уехал дальше, я думаю, до конца вряд ли доедешь. Пока что капец, разрушу. Все, да. Да, вообще. Очень жестко сейчас просто. Седаны, седаны. Чувствуют себя максимально некомфортно на волнах, поэтому как бы я вообще не удивлен. Так, три машины для тебя. Давай спауню, две для меня и, в общем-то, что-нибудь хорошее. Я на этом уже катался, это было такое себе, на самом деле. Да? Да. Ну, я в... А, не, подожди, я третье делаю. Да, у тебя еще третье есть. Третье. Ну-ка, удивляй. Ладно, я хочу прокатиться на вот этом все равно. Так, у меня неплохой вариант. Главное, волны не цеплять. Просто прикол в том, что... Ну, сейчас узнаешь. Ладно, не буду тебя раньше времени, как говорится, этот, веселить. Давай. Но на волнах советую тебе ускоряшку не нажимать. Ну, понятное дело. Уоу, я врываюсь прям неплохо. Очень хороший... Че это? Как правильно называется-то? Гелик, я не помню. Не гелик, а Мерседес. ГЛЕ. Ой, ГЛЕ, да, точно. Блин, у меня волны лютые. Что делать-то? Как? Вот как бороться? И самое главное, что газовать надо. Так, тихо. Я еще живой. Да, я еще живой. Да. Развернись. Ты утонул? Нет, я еще жив, целый орел. Блин, у меня волны нереальные. Все, меня смыло. Меня просто смыло. Просто что происходит? Меня тоже, но я их перепрыгивать пытаюсь. Ну ты все, поплыл и все, да. О, не, я вернулся. Повезло пока что. Пока что повезло, но все, утонул. Все, умер. Блин, ну прикольно. Ну красиво, да, исполнил красиво. Просто у нее проблема реально, если неправильно нитро нажимаешь, то все, если ты в воде, тебя прям выкидывает в стороны хаотично. Так, мне это максимально не нравится. Дай что-нибудь нормальное, рандом. Так, не спаунится у меня машина. Господи. Так, у меня раз, господи. Два, три. Ё-моё. Прям вообще. Что там у тебя третья было, я не заметил, но чувствую, это тоже херня какая-то. Да, так, да. Ладно. Ты правильно чувствуешь. Пробуем, ребятушки. Я ради прикола даже подвеску подниму. Хотя, какая разница? Смысл, да, на спорткаре. Так. Ну блин, хотя бы дальше просто проехать. Вот очень сильно надеюсь, что тебя там встретят как своего родного. Да. Да это нереально, вы посмотрите на волны. Волны просто три раза выше, чем машина. А давай, уходи. Уходи, дверь закрой! Опасно. Блин, я хотел сделать только что петушиный поступок, здесь в тебя врезаться, выкинуть. Прям еле удержался, не поверишь. Ты прям так на краюшечке там стоял. Так, но я на удивление пока еду. Раскрыл, да? Ну, раскрыл бы. Ай. Так. Блин, попался бы тот самый Бентли, который просто был как читерский. Вот это было прям максимально прикольно. Ты едешь еще? Да, еду, но... Это плохо. Все, приехал. Так, это меня радует. Но мне надо отыгрываться как минимум на один балл. Блин, да охренеть, как через эту белую пелену просто проезжать? Да это охренеть! Это цунами по сравнению с этой маленькой машинкой. Так, тихо, я прям на краю остановился. Мне повезло, что меня не смыло. Ну это... Да? Это Unreal, друзья, Ну все, понятно. Да охренеть, волны раза в три выше, чем машина. Ну ладно, это, как говорится, придает интереса. Я записываю балл на свой счет. И у нас впереди следующий раунд. Ну блин, я не знаю, тут только большая машина нужна какая-то. Либо, как у тебя вот был броневичок, это тоже интересно, довольно-таки агрегат попался. Ну да. Ой, так, пыжик раз. И... Уф, болит. Все считается. А болит, не сесть, болит. Сломан. Она крашит, да. Спасибо, рандом, хотя бы так. Я понял. Хотя бы так, это Чебупель медленно, наверное, должен добраться. Я вроде как
когда-то, когда мы еще снимали на озере. Доезжал на нем до конца, но сейчас океан, сейчас волны выше. Пробуем. Кстати, ты тоже военный? Баги, баги, баги. Так, а у нас сейчас уже 7-й раунд, ребята, идет. И надо выигрывать. Надо. Офигеть, ты у меня просто нырнул под воду и все это время под водой ехал. Ну охренеть, надо, ребят, посмотрите на волны. И самое интересное, когда ты едешь на высокой машине, прям вообще хорошечно так все. Ну да. Ну да, а когда еду я на своей маленькой, я прям страдаю. Так я удивлен, что ты еще не утонул, как минимум. Она-то, наверное, офигеть тяжелая, это же баги еще военные, тем более. Так, ну волны жесткие, то есть, смотрите, если сравнивать по габаритам этого военного грузовика, то волны, наверное, его, ну, полкорпуса заливают, смотрите. Да даже с кабиной почти полностью, офигеть. Так, не умирай, умирай. Ай, куда ты? Ты живой еще? Держись. Все, приехал. Если честно, то не знаю, до куда там добрался, но неплохо держался. Долго ехал, да. Блин, так, офигеть, просто понял, я еду такой, из двух сторон так сразу в центр две волны по бокам, да? Как цунами просто накрыло. Жестко. Грузовичок прям, ну, тяжело ему, я прям вижу, что он скорость, если теряет в волне, то он прям кочегарит так очень медленно. Но это, ребята, сегодня третий большой автомобиль, который смог доехать. И отлично, это 2 балла для меня в мою копилочку. Эх, да. Дам. О! СМС-качка. Да. Ладно, продолжаем. 8-й раунд уже. Спавню тачки. Да, ты прикалываешь. Да, такое себе, у меня чуть не заспавнилось. Мустанг. Вот самолет вообще идеально, кстати, было бы. Блин! Ну как бы, ну вот какой выбор, что брать? Как мы правило знаем, они все не едут. Давайте попробуем Audi, что ли. Блин, по приколу, может на самолете, можно чисто по земле так, да? Почему бы и нет? Ну да, прикольно. Поехали. Пробуем. Muscle Car против Audi R6. Ну здравствуйте, да. Волны. Ну я все, приехал сразу, да? Нет. Жив еще? Я-то жив, но... Ты у меня вообще под водой есть, чтобы ты понимал. У меня прям вот с тобой и друг за другом волна. Да как это объезжать? О, охренеть. Вообще у меня прям жесть, что происходит. Если сейчас поеду, это будет чудо. Меня смыло. Да? Офигеть, смыло? Ребята, вы это видели? Ёпта. Я понял, я, короче, все, упал. Все, я приехал. Упал за борт, и там, короче, как будто воронка такая большая была. Я прям воронку меня засосало прям. Офигеть. А, прикольно. Это было страшно. Нормально. Так, я что сделал? Я удалил трассу, понимаю. Ну что ж, ребята, продолжаем. Вроде трассу я починил, надеюсь, дырок нам не будет. Так, две машинки. Опа! Здравствуйте, смог. В прошлый раз он смог. Смог, который смог. А вот сегодня, что будет с такими волнами, если честно, я прям не уверен. Блин, две одинаковые тачки, группа, да. Так, ну, правда, одна Ford, другая Lambo, но кого это волнует. Короче, ребята, очень хороший грузовичок. В прошлый раз он доехал. Поэтому я очень сильно надеюсь, что сегодня... У него получится. А, кстати, на твоей Тарантеке я тоже катался, она мне попадалась как-то. Да, и чё, как она? Ну, никак. Не приезжала? Никак. На самом деле, вот этот грузовичок единственный, который смог, ну, с такими волнами, но это нереально. Там очень сильно везло по таймингу, я успевал. Жестко. Помог тебе, наверное, немножко. Ты помог нормально, ты мне до 120 бустанул. Нормально. Поехали, тут главное тормози. Просто успевать по таймингу ехать. Вот просто волны разъезжаются, да. Ты проезжаешь, и все. Если нет, то... То габелло. То габелло, да. Ай-яй-яй. Вот это вот прям большая сейчас лужа. Давай расходись прям. Идеально пока. Тащи быстрей. Топи. Ты за мной прям едешь, вижу. Да пытаюсь. Давай. Нет. Волна прям сзади. Я прям плыву. Нет, я встал. Все? Я встал! Да ладно! Волна накрыла просто вообще без вариантов. Так, смотрим за Ваней. Кстати, есть шансы доехать до конца, осталось всего ничего. Так. Давай! О, просто они меня шансов не оставляют! Да они просто меня бьют! Это прям они жиза. Просто меня избивают! Да, они просто избивают, смотри, что творят. Просто вот я так же утонул, ну ты едешь, это странно. Я на нем в прошлый раз прям очень быстро. Хера тут! У меня тоже. Чего? прям море прям. Чего? Уйди! Фу. Так, а ты чё, Павлович, остановился? Надо хотя бы газовать хоть чуть-чуть. Да я тут, ну, как бы газую, просто не видно. Офигеть, ты там месишь просто мясо.
Ну все. Смыло! Да. А смыло! Через... смыло! Не, просто. Она вообще. Она, жесть. Прикинь, огромная волна, и она никуда не уходила. Да, да, у меня вот тоже сейчас где-то утонул. Тут прям, ну смотрите, прям целая платформа, наверное, больших волн. Ну окей. Жесть, пока что выжили только крупногабариты и маленький джипик бронированный. И то за счет своей массы, я думаю, он выехал. Так, ну давай, две машины опять-таки для меня, это очень плохо, потому что надо как минимум 5 лучше. А это что-то самолет, да, считается у меня? Ну да, он и... А, ну да, ты выглядишь как гидра. О, а это интересненько. Так, окей, я-то 100% должен доехать. А вот, короче, Бэтмобиля у нас вроде не было. А может и был. Сейчас узнаем-с. А, то мне сначала влево поехал, потом вправо телепортнулся. Но это рассинхрончики, ребята. Рассинхрон, да. Так, ну давай, чехпых мой. Разгоняйся. Вот это волны. А ты ускоряшку прожимаешь, успеваешь, она работает, да, там под водой, нет? Да, 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 да. А, только не упасть. Нормально. А, ты у меня вообще пропал из виду. Я тебя не вижу. Ну, это по 200 еду. Офигеть, у меня волны. Даже. У меня скорость средняя 108. Да офигеть, ребята, бой. Просто я сегодня... Все. Да ладно. Бэтмобиль, да, проезжает, ребята, мы этого не знали, вообще он еще изи. Ни разу не попадался. Но я тоже еду хорошо, но мне, блин, стрёмно с такими волнами прям. Страшно просто. Ну да, страшненько, страшненько там. Ну, вот это что такое? Полностью почти с крыши накрыло. А как бы этот, что это Кадиллак, наверное, какой-то? Не, ты проедешь. У тебя? Или что это? Не, у тебя, наверное, Патробилд какой-нибудь. Ну, может быть, не разбираюсь я в фурах. Кенверф, типа того, не знаю. Так, не знаю, сейчас поближе посмотрим. Окей, ребята, пятая тачка прям по накату полетела, которая смогла, и надпись здесь Кенворд какая-то. Окей, ну, по да. 2 балла опять-таки у нас, ребята, и это значит, что мы сейчас можем заспавнить по 3 тачки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 раундов прошло. Я предлагаю сделать еще 2. Так, окей. Спауним по 3 машинки и что-нибудь интересное. О, что-то интересное, но не знаю, поедет или нет. Ой, а катер можно использовать? Правда, его на воду надо как-то будет спустить еще. Так, ну хорошо, у меня пожарка как бы, а пожарка и вода это как бы родная стихия. Я удалил Q30, сейчас заспауню его. Это не страшно, если ты знаешь его имя. Так, короче, я сейчас буду... Поехали. Пресной водой поливать море. Чтобы море стало соленого, не да? соленое, да, а пресное. Так. Изменишь течение, там все дела, и... Типа гольфстрим, все дела? Пингвинщики, да. Воу. Тебе это вообще надо? Да. Если можно так, то да. Нифига она едет так нормально. Единственное, только вот эта пушка почему-то не крутится. Раньше вроде крутилась. Так, да. Ну она едет прям очень хорошо. Просто как здоровенный бульдозер меня чуть не смыло. Вот это волны. Вот это волны. Так, я что-то, знаешь, что подозреваю? Но. Я подозреваю, что с такими волнами он может остановиться как танк в какое-то время. Я помню, мне танк упал новый, который с этим рельсотроном. Он до конца не доехал, он утонул. Ну тут, так. Короче, скорость лютая. И я вроде как добираюсь. Чуть-чуть осталось. Напоследок просто волны лютые. Ну я до желтой доехал, а тут, казалось бы, все совсем чуть-чуть. Офигенски! Газу, 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 газу. Я, короче, телепортнулся не знаю куда. Я здесь, я вижу за тобой. Слежу. Давай, крути педали. Ты меня вообще под водой, у тебя там что происходит? У меня, я еду впереди волны, которая от меня как бы уходила. Ты у меня вообще сейчас под волной был полностью. Офигеть, да. Ребята. И самое интересное, волны только вот здесь, если так посмотреть, такой большой радиусный круг такой. Ой, и все. Вообще, и больше, да, нигде ну, их я, нету. Я тут вообще прям, ну не все. Но я вижу, как ты этот просто паришь вверх, да, и вниз. Так, окей, ребята, последний раунд сейчас у нас будет. Давайте я эту хрень добавлю, потому что почему бы и нет. Ну что ж, ребята, последний раунд для меня получается сейчас... я, кстати, себе этого обдувала не записал. Для меня сейчас 3 тачки, для тебя 2. И, в общем-то... Зачем я опять телепортнулся в эту же машину? Как это работает? Бой. Так, Ареновар. Ареновар и 3 машины для меня. Раз. Такое пока что. Ты еще там прыгаешь, я видел. Спаунься. Да. Газель? Газель? И Камри. Да, это газель. Ну окей.
смог бы это маршруткой из России пробраться через океан или нет? Прям эксперимент хороший. Так, последний раунд, ребята. В идеале надо добираться до конца. Ванек, ты точно доедет, я думаю. А вот насчет газели я не уверен. Ты, если что-то меня там не толкай, кашел своим. Прости, я просто летел. Там без скорости делать не хрен. Эта машина не едет, поэтому я вот так вот немножко. Кстати, у меня лайфхак есть. Какой? Я стреляю из этой штуки, а она, короче, взрывается около меня, поднимает мне морду. Это которая, типа, откидные мины? Да, да, да. Они поднимают морду, еду, короче, на задних колесах и считаю, что капот не под водой и прям изи. Так у тебя же просто еще и прыжок вроде есть. Да. То есть, как бы такой укомплектованный, да? Готовый автомобиль для этого испытания. Так, ну, пока что отлично. Я вижу, что ты кубарем там что-то крутишься, я тебя вижу прям. Чуть не упал, но главное, что чуть не считается, поэтому. Это тут больше страшно-то упал, не упал, а смоет запросто. Ну я и говорю, что бы это. Прям прыгает такой, блин, кирпич там едет впереди какой-то. Так, я вижу. Что ты встаешь прям на дыбки. Да, хорошо, что на дыбках встает. А все. Ты приехал? Я полностью утонул. Представляешь, какая волна? Она полностью накрыла эту машину. Понимаю. Даже вот с этими вот с верхними штучками. Ой-ой-ой-ой-ой, у меня тут тоже габелла. Да вообще нереально, ты чё? Ты посмотри, что происходит, а? Водитель газели Ашот был недоволен. Короче, не доехал я до конца, но как минимум, короче, ты тоже не добрался, и это хорошо. Итак, ребята, давайте подведем итоги. В общем-то, вот эти вот машины сегодня добрались до конца, Бэтмобиль в том числе, а по баллам у тебя 3, 4, 5, 6, 7, 10 баллов ровно у тебя. И у меня получается 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 тоже. Вот это парадокс. Сегодня у нас, ребята, ничья. Такого, кстати, вроде как еще не было. Поэтому, в общем-то, если вам понравилась серия, подписывайтесь на канал, зовите друзей, завозите лайки. Мне будет приятно. Всем большое спасибо, что смотрели, и всем пока. Пока.